Найцікавіші персоналі сьогодення в проєкті телеканалу «Р1 Персона». В гостях у нас заступник голови області Михайло Черняк. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем о медицинской реформе в Украине, о впроваджении ее у нас в Харьковской области. Я так понимаю, что на вас возложены, да, эти обязанности, в том числе и на вас. Да. Нам бы хотелось, мне такая задача в нашей программе, чтобы сделать эту медицинскую реформу для харьковчан понятной, чтобы рассказать все нюансы, которые будут касаться каждого харьковчанина, и студента, и пенсионера. Итак, она началась уже, медицинская реформа? Сразу по порядку. Да. Понятно, что реформа здравоохранения, система здравоохранения – это всеобъемлющая реформа и касается всех и каждого. Мы приходим в этот мир, в лечебном учреждении, к сожалению, уходим из него тоже. Поэтому на всех этапах жизни тоже соприкасаемся в той или иной степени. Безусловно, это очень важно и социально значимо. И, к сожалению, в ходе вот той реформы, о которой мы сегодня говорим, в понимании сегодняшнего дня, как она движется, какие-то силы либо персонали используют недостаточно информированность населения и используют в каких-то своих политических целях, задачах, либо персональных интересах. Ну, то есть проблема основная – это недоинформированность населения. Хотел бы сразу сказать, что, прежде всего, основная задача реформы – это улучшить качество той услуги, которая оказывается населению именно в системе охраны здоровья. Хочу сказать, что сегодня, скажем так, скандально проявилась процесс реформирования, именно касается второго уровня, потому что это касается, прежде всего, районов области, городов областного значения, где стали вопросы возникать, а как же будет дальше оказываться услуга на вторичном уровне оказания медицинской помощи. Это больница, да? Это больница. Это больница, это закрытие больниц, в частности, да? Ну, это, опять же, говоря, вот терминология закрытия больниц, она не имеет под собой ничего общего с действительностью, потому что о закрытии больниц речь вообще идти не может. Мы говорим о том, что в рамках реформы системы здравоохранения именно вторичный уровень может быть перепрофилирован тот или иной лечебный заклад или по направлению, будь то станет, опять же, надо понимать тонкости и нюансы, когда мы говорим о вторичке, мы говорим о двух уровнях интенсивной помощи. Это может быть первый уровень интенсивной помощи, второй уровень интенсивной помощи, это может быть больница планового лечения, это может быть хоспис и так далее. Поэтому, то есть, очень большое обширное поле для спекуляций и инсинуаций. Хочу сразу отметить, что те материалы, которые сегодня предаваются там критике, огласке публично, это рабочие материалы, рабочие варианты. Однозначно утверждает госпитальная округа Кабинет министров. Это работает над этим направлением два профильных министерства, Министерство охраны здоровья и Министерство регионального строительства. Сразу скажу, что принципиальнейшая позиция главы областной администрации или личной администрации в том, чтобы сохранить всю сеть закладов охраны здоровья. Почему? Потому что для людей важно получение качественной, доступной услуги, что является определяющим в реформировании. Хочу сказать, что не зря делается акцент на первичку, потому что именно первичка будет являться тем основным сегментом этой реформы, который врач будет контактировать, семейный врач, на первом этапе с каждым пациентом, будь то ребенок, будь то взрослый человек, и он будет определять, куда направить врача, прошу прощения, пациента направить на тот или иной уровень, второй или третий, оказание уже более узкопрофильной помощи медицинской. Не нужно бояться того, что ургентные случаи не будут рассматриваться, потому что служба экстренной медицинской помощи, как продолжала это работать, так и будет работать в дальнейшем. Она никуда не девается. Это ургентная служба, которая оказывает в экстренных случаях помощь и будет доставлять туда пациента, куда это будет необходимо, где будет возможность таковая. А первичка, вот я читала, что первичка станет более доступной, да? То есть что это значит? Чуть ли не через дорогу можно будет обратиться, сходить к семейному врачу? Безусловно. Самое главное, что мы понимаем в ходе этой реформы, которая, еще раз подчеркиваю, сегодня только, скажем так, зарождается, и первые шаги – это пока еще теоретические выкладки, потому что даже на первичном уровне реформа должна была заработать 1 января 2017 года. Она не заработала. Первый уровень – это, получается, документы, то есть на уровне Министерства здравоохранения происходит изменение в документах? Или нет, первый уровень оказания медицинской помощи – это… Нет, изменения, которые будут проходить, потому что медицинская реформа до 2020 года она должна… Изменения, смотрите, в чем заключаются основные изменения? Принцип и финансирование должен измениться, это основное. Если до сегодняшнего дня, пока еще продолжается, финансируется исключительно койко-места, лечебные учреждения, выделяются фонды заработной платы из государственного бюджета,
то предполагается, что начнут ходить деньги не в лечебные заклады, а за услугу, которую получил пациент. Поэтому первичный уровень, он был очень важен в этой реформе, потому что должны заключиться договора между врачом, который оказывает услугу медицинскую на первичном уровне, и пациентом. То есть в этой ситуации это справедливый путь, потому что пациент всегда может выбрать себе врача. Мы знаем, что основным и немалым проблемным вопросом является отношение к людям в системе охраны здоровья. Это тоже объективная реальность. А что это за врач может быть? Районный или все-таки, который на другом конце города принимает? Это врач, который работает на местах, прежде всего. Я хочу сказать, что она более, наверное, понятная, системная будет работа видна в районах области по той простой причине, что есть населенный пункт, где будет организован фельдшерско-акушерский пункт, где будет рабочее место врача, либо это будут поликлиники, где будут работать несколько врачей, не столь важно, если мы говорим о городах областного значения. И они будут оказывать помощь. Это и терапевтическая помощь, консультативная помощь, это первичный осмотр, анамнез, сбор анамнеза, да, простейшие какие-то анализы. И сегодня, кстати сказать, тоже этот перечень всех услуг, которые будет оказывать врач на первичке, еще пока определяется, работает над этим министерство профильное, потому что он должен быть полностью отображен в договоре, который будет заключаться между врачом и пациентом. И на сегодняшний день работа продолжается. А какие будут врачи в селах находиться? Будет ли врач находиться? Первичного уровня, конечно. Врач будет первичного уровня. Более того, хочу сказать, по опыту уже прошедшего 2016 года, на местах люди готовятся к этой реформе. Мы знаем, что сегодня уже открываются те или иные амбулатории, где предусмотрено жилье для специалистов-врачей, которые могут приехать, работать в том или ином населенном пункте и уже получить служебное жилье. Ну, до сегодняшнего дня никто не хотел ехать в село работать. Поймите, на самом деле, я вам хочу сказать больше, что я был в районах, допустим, приведу пример Балаклейского района, и лично общался с врачом, который сегодня работает в фельдшерско-акушерском пункте. Он готов и становиться частным предпринимателем. Кстати, то, что тоже предусмотрено реформой здравоохранения для того, чтобы врачи первичного уровня могли стать ФОПами, могли заключать договоры, получив на это разрешение через министерство, где процедура будет упрощена для получения разрешительных документов оказания медицинской помощи, практики медицинской. Они смогут заключать договоры с пациентами из расчетов специалистов. Это идет речь от 1500 до 2500 на каждого врача, у каждого пациента. За каждым пациентом будут ходить деньги к этому врачу, который будет их получать у себя из государства. А как он будет получать? Сначала он вылечил человека, из государственного бюджета заложена на каждого пациента определенная сумма. Оно создается сегодня. Национальное агентство, которое будет заниматься распределением финансов из бюджета за оказанную услугу именно врачам на первичку, на второй уровень и на третий уровень. А о какой сумме идет речь? На сегодняшний день сумма, скажем, обсуждается по пределах 210 гривен. Это, кстати, какой промежуток? На год. Это соотносится с цифрами, которые сегодня предусмотрены из расчета бюджета государства. Но этого же недостаточно, зная цены реальные сейчас медицинской. На самом деле мы говорим об услуге, мы не говорим о медикаментах, мы не говорим о каких-то сверхдорогих обследованиях или операциях, которые требуют каких-то дополнительных финансов. Мы говорим о гарантированном бесплатном медицинской услуге, которая предоставляется со стороны государства. Поэтому туда вот именно этот перечень, который будет обозначен в договоре, который будет заключаться, это мы говорим о первичке. В зависимости от случая, потому что ОРЗ, там, грипп, там, царапина, еще и так далее. УЗИ я смогу сделать на первом уровне? Сегодня определяется этот вопрос. Сейчас нет окончательного перечня, который подразумевает под собой. Если в поликлинике, безусловно, будет возможность техническое оказание такой помощи или у какого-то фельдшерского пункта есть такая возможность, у территориальной громады или населенного пункта, у местных бюджетов, оснастить так, как они посчитают нужным, это не запрещает законодательство. Мы понимаем, что сегодня в рамках всех реформ и децентрализации как таковой деньги появились в ходе бюджетной централизации, появились деньги на местных бюджетах. Мы понимаем, что дофинансировать услугу могут и местные бюджеты, если они это захотят сделать. И давая определенные новые полномочия, более расширенные на места, они должны себе брать уже ответственность. Поэтому, безусловно, это такой симбиоз взаимодействия всех органов власти, уровней власти и так далее. Поэтому еще раз говорю, реформа – это очень сложный механизм, это живой организм, который сегодня эволюционным путем должен изменить систему оказания медицинской услуги для каждого гражданина. Еще раз подчеркну, принципиальнейшая позиция, чтобы не было инсинуаций, кривотолков, чтобы это услышали все наши телезрители, кто нас увидит, что позиция губернатора области Светличной, что позиция администрации, специалистов управления здравоохранения областного однозначно сохранить всю сеть закладов охраны здоровья, чтобы
люди не пострадали, прежде всего. Не закрыть ни одну медицинское учреждение. Это принципиальная позиция. Мы говорим о том, что эту позицию готовы отстаивать в Киеве перед Кабмином, потому что все-таки это прерогатива Кабмина о создании госпитальных округов, соответственно. А есть порядок прописания создания госпитальных округов, и там, где предусмотрены по тем или иным критериям, какая будет сетка лечебных учреждений. Поэтому основной приоритет вот такой. Хорошо, дальше первичная ступень, первая ступень, да, медицинского, на дня медицинского. Да, это мы говорим о первичке. Да, а дальше? Вторичка – это есть второго уровня больницы, где уже есть определенное отделение: хирургия, гинекология, политравма, акушерство, да, и так далее. Я не смогу пойти на вторую ступень медицинского, на дание медицинских послуг, если не пройду через первую, да? Вы сегодня можете пойти куда угодно. Безусловно, когда, если будут сформированы госпитальные округа, когда будут сформированы, когда заработает в полной мере система на первичном уровне, конечно, врач первички будет определять, куда вас направить. Если вот у вас плановое лечение или плановая операция, безусловно, вас направят в больницу планового лечения. Если какая-то ургентный случай, но, как правило, на ургентные случаи приезжает бригада экстренной медицинской помощи, скорой помощи, и которая в зависимости от состояния или рода необходимой помощи, которую необходимо оказать тому или иному пациенту, определяет, куда его ввести. На второй уровень лечебных учреждений, которые находятся, как правило, сегодня это центральные районные больницы районов, это центральные городские больницы в городах областного значения, либо ввести сразу на третий уровень, где высокоспециализированные больницы, многопрофильные, везти в город Харьков, который, как правило, территориально расположен в областном центре в городе Харькове. Но кто оплачивать будет это лечение это на втором уровне? Это все оплачивает бюджет. Мы говорим сегодня о том, что вся медицинская услуга, она как была бесплатной, так она и остается бесплатной. Мы понимаем, что люди докупают себе какие-то препараты, которые им необходимы. Они могут докупать какие-то необходимые там расходники под те или иные оперативные вмешательства. Но, как правило, при качественной работе всех государственных программ, при обеспечении на местном уровне, нет в этом такой острой необходимости. Более того, очень важно понимать, что на первичке врачи, имея возможность стать частными предпринимателями, это мы говорим о том, что коррупционная составляющая тоже будет, скажем так, нивелироваться постепенно, безусловно, в среде здравоохранения, потому что люди на местах должны понимать, что им услуга оказывается бесплатно. И самое главное, хочу сказать, конституционные права никто не отменял. Конституция, основной закон, как был, так и есть. Мы живем сегодня в государстве, которое так или иначе имеет правовое поле, и мы понимаем, что это правовое поле защищает права граждан, в том числе и на получение бесплатной медицинской услуги. Угу. Ну, я, как я прочитала, что все-таки пациенту придется доплачивать за медицину. Смотрите, в каких это случаях будет проходить? Вопрос в том, что на сегодняшний день, еще раз подчеркну, принципа финансирования всех уровней учреждений системы охраны здоровья пока еще не отработан. Он находится сегодня в разработке. И даже в том постановлении Кабинета министров, которое предусматривает создание госпитальных округов, есть, да, рекомендации, там ни слова не сказано о финансировании. Поэтому, когда сегодня кто-то заявляет безапелляционно о том, что будет именно вот такая система финансирования и никак не другая, это по меньшей мере неправда, а может быть просто досужие домыслы. Когда мы получим все расчеты, когда будет четкая методика расчетов, когда будет четко вызначен перечень оказываемых услуг, когда будут четко они осмечены, когда это будет выражаться уже в конкретных цифрах, которые будут идти из бюджета за каждым пациентом в отдельности, когда заработает агентство национальное, которое будет заниматься распределением этих средств по объему оказанных услуг, будь то первичка, будь то второй уровень или третий уровень оказания медицинской помощи, когда заработает это все в полной мере, только тогда можно говорить, а насколько это качественно или некачественно разработан механизм финансирования. А если предположительно, если только все разрабатывается, еще предположительные суммы, сколько за пациентов будет ходить денег на втором уровне и на третьем? На сегодняшний день это работает, как и работало. Сегодня есть сумма, которая доводится на каждого пациента, это порядка 1300 гривен в год на сегодняшний день, где есть определенная разбивка процент на ургентную помощь, на
государственную службу, порядка 26-30% на первичку, порядка 40% на вторичку, 10% на третий уровень оказания медицинской помощи и остаток на экстренную службу. Поэтому вот из расчета такой формулы как бы и звучит сумма порядка там 210, 240, 250 гривен, которые должны идти на первичку, порядка там 20%, на вторичку, соответственно, порядка 40% и так далее. Поэтому система финансируется сегодня по-старому, да, она не, скажем так, ничего не меняется на сегодняшний день. Еще раз говорю, это эволюционные изменения, когда будет четкий алгоритм, когда будет четкий перечень, когда будет четко структурировано взаимоотношение между врачом первого уровня, лечебными учреждениями второго уровня, третьего уровня и пациентом, что самое главное, потому что во главу угла ставится пациент. Тогда можно уже говорить о конкретных вещах. Кто будет получать деньги с государства? Куда будут они поступать? В больницу? И что потом с ними будет, с этими деньгами происходить? Оборудование покупаться? Врачу будут платить? Или что будет проходить? Право больницы, безусловно, защищенные статьи никто не отменял. Если врач работает на заработной плате, безусловно, заработная плата, отчисление от заработной платы. Безусловно, это компенсация расходов на те или иные расходники, которые сопряжены с деятельностью врача. Какие-то медикаменты, которые должны будут быть включены как обязательная составляющая на первичном либо на вторичном уровне, которые будут заложены в эти бюджеты. Безусловно, если будет возможность правильное управление, администрирование будет, и будут возможности финансовые на улучшение материально-технической базы, безусловно, это тоже будет делаться. Еще раз говорю, что возможности, в принципе, в большинстве случаев будут зависеть от того, насколько будут спроможены те или иные уровни бюджетов оказывать дофинансирование этой системе. Потому что все, что будет предусмотрено и сегодня предусмотрено государственным бюджетом, оно будет выполняться. Дальше уже степень улучшения качества каждого отдельного заклада, это будет приниматься, если говорить о вторичке, на местных бюджетах, потому что и сегодня они финансируются из местных бюджетов. Да? Если говорить о третьем уровне, это областные управления, и то же самое касается первички. Ну, почему мы сегодня идем в поликлинику или в больницу и платим непосредственно врачу деньги, да? Потому что у него очень маленькая заработная плата. Кто будет устанавливать заработную плату врачу? Еще раз говорю, есть законодательство, которое регулирует, да, то есть государство трудовые будет взаимоотношения, да? Безусловно, государство. Но в рамках реформы, которая сегодня предлагается к реализации, это именно касается, еще раз подчеркиваю, первого уровня медицины, предполагается, что врач может стать частным предпринимателем, и он может, заключив сам на себя, условно говоря, 2000 договоров, получая по ним деньги, годовой объем, вы понимаете, из расчета, который будет доведены деньги на него, выплачивая налоги, содержа свое рабочее место, сестру, которая будет с ним работать, как необходимо ему для проведения инъекций, либо каких-то других мероприятий, связанных с видом его деятельности, то из расчета специалистов врач может зарабатывать от 10 тысяч гривен в месяц. То есть это уже другого порядка заработной платы, если мы говорим о сегодняшнем положении вещей. И по идее это должно быть стимулирующей составляющей, потому что возникает некая конкурентная среда, и мы понимаем, что если есть договорные взаимоотношения между пациентом и врачом, то, как и пациент, может разорвать свой договор и пойти в следующий раз, на следующий период времени, к другому врачу заключить свой договор. Так и врач будет вынужден улучшать свои профессиональные навыки. Он зачастую должен будет более человечно относиться к пациенту, потому что тоже немаловажным является аспектом отношения к пациентам в лечебных учреждениях, потому что от него люди будут уходить, соответственно, будут уходить и деньги. Да? И тут уже будет здоровая конкуренция именно в качестве улучшения услуги. Если будет профессиональный навык высокий, если будет профессионально и на высоком уровне оказана именно медицинская услуга, если будет внимание и должное отношение к пациенту, то, безусловно, пациент будет ходить из года в год именно к такому врачу, а, возможно, с собой приведет еще кого-то, как вы прекрасно знаете, у нас прекрасно работает сарафанное радио. Да? А если врач не будет с этим справляться или будет как бы отставать от конкурентов на рынке, да, соответственно, то, безусловно, он, наверное, будет вынужден либо перепрофилироваться, либо изменить труд деятельности. То есть, получается, частные предприниматели, частные врачи будут работать на базе районных, областных учреждений. Они будут работать на базе, на местах, где будут созданы условия, либо они будут создавать себе их сами. Это имеется в виду фельдшерские, акушерские пункты. Либо это поликлиники, либо поликлинические отделения. То есть это сегодня есть возможность, как выбрать, какой путь, есть альтернатива работы врачам именно на этом уровне.
Смотрите, что делать с коррупцией, если будут большие средства поступать с государственного бюджета в больницу, в поликлинику? Кто будет следить за тем, чтобы Ключевое отличие, что, еще раз говорю, в рамках реформы, которая сегодня реализовывается, деньги будут поступать не просто от количества койко-мест, как это было до сегодняшнего дня. Это не потому, что большая больница, она там, где бы ни находилась, получает больше денег, нежели малая. Они будут все получать деньги согласно количеству и объему услуг, оказанных населению. Если, условно говоря, в тот или иной лечебный центр первичной помощи, либо к ФОПу, который работает как ФОП, врач первички, либо на второй уровень медицинской помощи, больница интенсивного лечения, придет, там, условно говоря, 100 человек, то они только за 100 человек и получат деньги из государственного бюджета. Если к ним придет 10 тысяч человек, то они получат деньги за 10 тысяч пациентов. Ну, где все-таки гарантия, что, придя в поликлинику, врач не попросит еще сверху 100 гривен для того, чтобы сделать дополнительно какое-то обследование? Слушайте, какие могут быть гарантии, когда это все касается человеческий фактор? И тут же многое зависит, почему и важна позиция самих врачей, а хотят ли они сами этих перемен и этих изменений. Вот, хотят ли они этих перемен. Поэтому, понятно. Еще раз говорю, безусловно, есть категория врачей, которые хотят и видят в этом свое будущее, потенциал, они заинтересованы расти, развиваться как профессионалы, и, безусловно, хотят адекватно получать за свои труды. Есть категория, которые не заинтересованы в этих изменениях и наверняка будут, мягко говоря, саботировать, да, реализацию этих реформ. Потому что они в карман получают больше, чем им будет предлагать. Ну, это все, я не готов взять конкретный случай. Если он получает больше незаконным путем, то почему люди не обращаются в правоохранительные органы и так далее, да? Мы говорим о изменении системы, о подходе. Это своего рода изменение ментальности, как у человека, который должен понимать, что возле него есть всегда врач, который окажет ему помощь. И точно так же, как врач должен менять свое отношение к пациентам, это его работа. Она должна вернуться в разряд престижных работ, к сожалению, зачастую, особенно это касается районов удаленных области, не является самой, да, престижной сегодня работой. И очень часто мы знаем, что есть проблемы с привлечением молодых специалистов в тот или иной населенный пункт. Но я думаю, что именно эта реформа даст определенные возможности для людей, которые захотят пройти этот путь. На сегодняшний день по Харьковской области есть карта, как будет оптимизироваться медицинские учреждения? Нету такой карты, ее быть не может как таковой. Почему? Потому что та оптимизация коечного фонда, подчеркиваю, которая была проведена в предыдущие годы, опять же, есть на то нормативная база, где мы должны привести в соответствие из расчетов специалистов кабинета министров, там 60 коек на 10 тысяч населения. У нас там этот показатель был порядка 80, потому что уже с 2017 года не будут на местах получать субвенцию из государственного бюджета на энергоносители лечебных учреждений, то есть это уже нагрузка на местные бюджеты ложится, уже тоже существенный кусок. В дальнейшем не будут субвенции всех остальных, то есть будут деньги ходить через агентство. Ну, я думаю, что это все пройдет очень спокойно, и я не думаю, что будут возникать проблемы. А для наших зрителей, то есть на сегодняшний день медицинская реформа проходит такой этап, что людям не надо волноваться. То есть они как ходили в поликлинике, так они продолжают ходить. Вот смотрите, ничего не меняется. Любые карты, которые вы сегодня не обсуждали, любые планы, которые бы не вывешивались, это все рабочие материалы. Более того, даже планы и перспективы объединения госпитальных округов, в них, соответственно, определенная схема лечебных учреждений. Это все к обсуждению. Если это есть на сайте, то, соответственно, есть какая-то обратная реакция, связь с общественностью, с гражданами, со специалистами. И тут важно еще раз подчеркнуть, что обязательная задача у нас, мы стоим на принципе открытости, стоим все эти годы, сколько работает наша команда в областной администрации, мы в полной коммуникации с общественностью, слышим мнение людей и, безусловно, работаем для людей и хотим сделать эту услугу для людей, учитывая местную специфику, региональную специфику. И поэтому находимся в таком рабочем диалоге с министерствами именно для того, чтобы учитывать мнение людей на местах. И тут еще раз подчеркну, позиция губернатора принципиальная. Юлия Светличная заявляет об этом официально, что она, прежде всего, будет защищать интересы громад Харьковщины. Медики увольняться не будут? Не будут ли увольнять принудительно медиков, допустим? Их много. Медиков много, да, но на самом деле кто-то из них наверняка должен будет переучиться, кто-то должен будет повысить свою квалификацию и так далее. Но это, опять же, вызов времени. Мы живем в 21 веке, и, безусловно, настолько динамично все растет и развивается, и система здравоохранения тому, да, как бы не исключение из общих правил. Поэтому, конечно, кто-то наверняка должен будет вынужден
быть, поменять, может, специализацию, может быть, просто повысить свой профессиональный уровень и так далее. Поэтому я не думаю, у нас нет проблемы с сокращением людей, есть нежелание людей расти и развиваться, потому что на сегодняшний день у нас там несколько тысяч вакансий есть, которые нужно занимать по области, по Харьковской в целом. Поэтому я не думаю, у нас нет рисков такого, что люди останутся на улице. На улице, к сожалению, как зачастую сегодня в жизни бывает, могут остаться люди, которые не хотят расти и развиваться профессионально. В каких странах европейских подобная программа работает? Ну, отлично. Ну, из того, что сегодня много пилотов, которые реализовываются на территории страны, и в том числе на территории Харьковской области, у нас работает пилот по первичной, по оказанию первичной медицинской помощи в городе Чугуеве, да, как бы специально взяли городской шаблон для того, чтобы посмотреть, как это будет работать. Много приезжает специалистов, это и немцы, которые приезжают, и много нарабатывалось с британскими специалистами. На сегодняшний день одна из самых успешных реформ, которая уже реализована, можно сказать, в полной мере, работает, это в Эстонии. Но из постсоветских государств, которые были, да, это в Эстонии работает, специалисты тоже приезжают, есть инициативные группы, которые с ними работают и общаются. Мы перенимаем их опыт, безусловно. Мы берем все равно вектор европейский, потому что у нас общий вектор европейский. И единственное, что мы не можем шаблон просто наложить, мы должны учитывать нашу специфику и системы, которая работала все эти годы, и специфику наших закладов, которые находятся, и материально-техническую базу, в котором состоянии находится. Еще раз подчеркну, не зря это объявлено губернатором приоритетным направлением на 2017 год, дабы максимально улучшить материально-техническую базу системы охраны здоровья, именно для того, чтобы услуга, оказанная пациентам, без изменения происходили наименее болезненно, чтобы люди, попадая в новую среду, уже как бы услуг с новыми формулами взаиморасчетов, обеспечения и так далее, к этому быстрее адаптировались, а врачи, соответственно, как можно скорее поднимали свой профессиональный уровень на новый уровень оснащения, в том числе и больниц. Вы видите эту ситуацию изнутри. Скажите, когда мы сможем уже на деле увидеть какие-то изменения? Потому что пока сейчас только какие-то прогнозы, разговоры. Ну, на самом деле это правда, но должен сказать, что это же сопряжено именно с тем, насколько объемна и сложна реформа и сама система охраны здоровья. Поэтому планировался старт самой реформы на первичном уровне, как в первом этапе изменения уже. В реалии с 1 января 2017 года было отложено это на полгода. Я думаю, что с 1 июля должна все-таки заработать реформа на первичном уровне. Соответственно, вторичный уровень реформирования уже в практическую площадь будет переходить в 2018 году и в 2019 третий уровень. Поэтому, в принципе, за 2-2,5 последующих года, я думаю, что реформа будет уже переведена на новые рельсы взаимоотношений, и мы увидим первые результаты качественных изменений. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо вам. На цьому час нашої програми вичерпаний. Побачимось наступного тижня. На все добре.